jump. Ruby was a motherfucker reject. Then I cut my wrist and have a motherfucking reject. Still broke at the world, a motherfucker reject. Wrong hoes asking if I see a ghost. Tell them no, I just keep. Всем привет, вы находитесь на канале Cushion and the Vape. Сегодня у нас на обзоре будет жидкость сок от компании Motion Vape. Жидкость поставляется в пластиковых 30-миллилитровых флаконах. Есть и защита от первого вскрытия, от детей. На обратной стороне флакона есть информация о производителе, о никотине, пропилене, гликоле, глицерин и о сроке годности. Первый вкус, который мы будем пробовать, это Tropz – золотой гавайский ананас в брызгах освежающего тропического лимонада. Пробовать жидкость я буду на Дрипке Гун и на Михе Бэйн. Это неплохой моновкус, вкусный, насыщенный ананас, как будто сок из банки. То есть, когда открываешь флакон, сразу чувствуется такой хороший вкус ананаса. Следующий вкус это суфл. Такого слова в английском я правда не знаю, но пусть будет суфл. Это тающее суфле со вкусом сладкого банана. Вкус не сильно насыщенный, чувствуется банан и на послевкусе чувствуется суфле. Хотелось, конечно, чтобы вкус был более насыщенным. Бамба. Подведем итоги. В линейке всего лишь два вкуса, что очень странно. Хотелось бы больше. Стоимость жидкости составляет 350 рублей за 30 мл. Так как цена не особо большая, за эти деньги я советую всем попробовать два вкуса. Будем ждать новые вкусы от производителя. Огромное спасибо магазину Паровоз за предоставление жидкости мне на обзор. Ссылка на магазин будет в описании. Ссылка на производителя также будет в описании. Можете подписаться на мой канал. Называется, напомню, он Cushion in the Vape. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваши комментарии. Мы будем улучшать наш контент. Всем спасибо, пока!